Ну да, что-то получилось. А вода хорошая. Просто здорово. То есть я попал в воду? Да. Я попал. Ты попал в этот. Аквамен попал. Сегодня Аквамен первый раз нарушил правила пляжные. Взял и нырнул с этого... Волнореза. Сооружение. Волнорез называется. Но зато кайф, как будто с вышки нырнул. Здорово. Сегодня, ребята, у нас 24 сентября. Посмотрите, какая погода. Солнечная, безветрие. Короче, настоящее бабье лето, которое бывает каждый год у нас здесь в сентябре, в начале октября. Просто шикарно. Жалко, мы сегодня с одной дочкой поехали. Все остальные заняты. Но все равно очень здорово, что мы попали, как всегда, на море. И купаемся. Ну и как всегда, смотрите наше видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и колокольчик, блим-блим. Огромная медуза! Эй, на меня не надо! Ну что ты делаешь? Она сейчас на кусочки ее разорвет. Живодер! Сними, пляж. Я тебе говорю, иди сюда. Ну вот. А с тобой вдвоем? Да. Привет! На солнышке нас плохо видно будет, да. Наверное. Вот так нормально. О, какой загорелый дядька рядом с тобой. Смотри, как там красиво. Прямо обалденно. Все. Что-то у меня голова вся в песке. Вот она, красавица. Я когда нырнул...